здесь, в Сибири, являемся как бы послами Литовской Республики. Конечно, мы все живем в многонациональном крае, и поэтому, конечно же, я думаю, что молодежи интересно узнать, каковы были их корни, да, и история вот этого народа. Я хочу сказать, что исторически так сложилось, что литовцы на территории Красноярского края проживали и проживают до настоящего времени уже более 100 лет. Поэтому наша на сегодняшний день национально-культурная автономия – это замечательный, мощный такой классный организм живой. Автономия действует, работает на благо нашего края. И, конечно, наша главная идея – это созидание, творчество и такой добрый путь. Очень много интересного здесь всегда узнаю. Стараюсь присутствовать на всех мероприятиях и частенько, естественно, ездим в Литву. Мы собираемся, общаемся, рассказывают, у кого какие проблемы, там все эти проблемы решаются. Мы организация, которая несет литовскую культуру, литовские обычаи, изучаем литовский язык, содержим литовскую школу. Вот ее главная сущность. На всех наших праздниках, вечерах мы всегда приглашаем гостей. У нас бывает много очень гостей, не только разные общины, представители, но и просто даже друзей. В общем, у нас очень много праздников. Поэтому и всех всегда приглашаем, и все всегда получается очень интересно, и хорошо, и довольны. Черпываешь на таких мероприятиях большое количество информации, приобщаю ребенка к литовской культуре. На 20-летие общества мы реализовали проект по изготовлению исторического костюма 14, 15, 16 век. Теперь будем говорить, это как визитная карточка нашего общества. Приятно осознавать то, что когда ты вносишь непосредственный вклад в развитие общества, ну, получается, большое удовольствие получаем от этого. Сопровождаю эту организацию постоянными фотографиями, кадрами, записываю историю. Регина – это наша опора, и она нас сплачивает. И она, ну, настолько любит людей, любит Литву, любит общество, что она, знаете, у нее уже наслилось все, как говорится, в единое, да, целое. И семья, и работа, и общество. Я не привыкла жаловаться на жизнь или унывать. Стараюсь каждый свой день раскрасить самыми яркими красками. Бесконечно восхищаюсь красотой, силой людей, их огромным количеством талантов. Поэтому стараюсь всегда вовлечь их в интересные проекты. И, конечно, при поддержке органов власти они получаются. И получаются всегда крутые. На этом празднике мы можем сделать какие-то свои поделки, делаем украшения,
Это праздник ремесел. Цыплятки маленькие. Значит, я все ставлю. Украшенные яички. Вот такие вот вербочки. Ну, получилось красиво. И вот на берегах Енисея собрались многие народы. И поэтому это здорово, что да, проводится у нас в городе, например, День города, где люди могут показать вот эту многонациональность, одев свои костюмы и приготовив национальные блюда, делятся этим со всеми окружающими людьми, которые проходят мимо. Это же здорово, когда идет вот такое переплетение культур. И из этого получается что-то новое. А ведь развитие в чем заключается? Только когда что-то получается новое. Значит, мы развиваемся, значит, мы живы, и значит, все у нас хорошо.